Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 6 ноября 2020 года. Небольшой сюжет от блогера из Крыма Никиты Рогачева. Неизвестный допотопный Крым. Галин, суток. Доброго здравия желаю. Я вам тут коротенькое видео скинул из Крыма. Вот я проезжал там на автобусе с экскурсией в этом году и наткнулся на вот такие вот то ли акведуки, то ли что это такое было, не знаю. Вот, возможно, вы в каком-то своем ролике используете, и вам это пригодится. Вот. Благодарю за внимание. Водитель любезно остановился, друзья, чтобы я смог вам показать вот такую вот штуковину. Посмотрите просто, насколько здесь идет осыпь, и что это вообще такое было. Можете себе это представить? Это вот Крым, который якобы у нас тут ничем не засыпали. Посмотрите, вот оно идет. Это просто с ума сойти можно, куда там еще этот проход, а он сквозной, да, то есть это был какой-то вообще огромный объект, который, возможно, был вообще, который был вообще нереально глобальным, колоссальным еще. Вот с той стороны он мне говорит, зайди посмотри, сейчас глянем. Вот, друзья, вот такие вот штуковины сохраняют наш старый Крым. Посмотрите, что это за колоссальные сооружения и почему они так засыпаны, настолько сильно глубоко. Все, нас просто там уже ожидают люди, это известняк, да, ожидают люди, просто я не буду время отвлекать. Посмотрите, все камни, камни, огромные-огромные куски вырезанные отсюда. Эта штука вот так вот идет и пересекает, прям в дорогу уходит. Там еще фундамент дома, да? Итак, Никита Рогачев, это молодой человек, неравнодушный, из Крыма, жил на Таганроге, вот насколько я знаю, интересуется историей альтернативной в том числе, и вообще очень неравнодушный человек. Вот его канал Министерства социальной справедливости. И вот в этом ролике, например, «Допотопный Таганрог 6. Дорелигиозное мировоззрение», он в талантливейшей форме, такой современной молодежной форме, он еще рассказал не только о дремучих знаниях, не спрашивая меня о временах. Да, вот и о том, что происходит сейчас с нашей родиной, с нашей землей, как его растаскивают. Ты найдешь крупицы. Очень интересно, молодец. И вообще радует, что девчата, ребята, надежная смена, которые подхватили наше знамя альтернативщиков, так называемых, которые исследуют, начали исследовать, вникают во все это, неравнодушные. Весь русский лес, преимущественно послевоенный, высажен секторально к портальной сети. Информацию. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео. Подписывайтесь на канал Никиты, вот Министерство социальной справедливости. Всех вам благ!